Сьогоднішнє побачення буде нестандартним, адже Крістіна прийде на зустріч до... Вперше від неї будуть хотіти не грошей. Проте все обернеться зовсім не так, як усім здалося. На той момент вже 2 місяці Крістіна висіла на різноманітних сайтах знайомств під різними анкетами, але зі своїми реальними фотками, аби одразу відсіяти тих, хто може впізнати в ній людину з телека. І ось Крістіні написала дівчина Аліна, до речі, не перша. Проте інші відверто хотіли від неї рожевої любові, а ця – лише невеличкої допомоги. Мовляв, не може розібратися на цьому сайті, що тут і як. Крістіна, аби завчасно не палити контору, представилася продавчиною у магазині взуття. Наче нічого підозрілого. Проте через 3 дні Аліна кличе Крістіну до себе додому. І привід є. Її сестра возить одяг з Турції. Тож вона пропонує задешево вибрати все, що сподобається. Замануха залізна, як для будь-якої дівчини. І шара вигідна. Речі, які у нас за 600-800 гривень, Аліна пропонує усього за 70-100. Проте, чого додому? Чого не в магазин? І чи справді вдома чекатиме дівчина? Але поки це лише наші здогадки. І Крістіна погоджується. У гості Аліна покликала на 6:00. І Крістіна вже поруч. Перевіряє камеру у сумці та підслушку у вусі. Мікрофон сьогодні довелось сховати у труси, адже попереду примірка одягу. Ось і той самий під'їзд. Ой, жду. Опа, чуть не забыли самое главное – таблетку против опьянения. Ведь Алина настойчиво намекала на мартини, и я согласилась. Зато теперь не вырублюсь точно, ибо пьянею мгновенно. А да, и мороженое – специально подтаявшее. Так, все, я пошла. Привет, Снимай кедики. Так, ты сейчас разбуешь. Ой, слушай, что я забыла? У меня же мороженое течет. Сработало. Она понесла мороженое, а я быстро открываю дверь изнутри, заглушая звук голосом. А что, можно от этапочки можно вбить? Да, девай. Что, спать будешь? Да, давай, да, сразу что-то и буду. Мартини? А, давай. Первая, она все же девушка. Второе, я открыла дверь, спровадив Алину с помощью мороженого. Теперь группа, если что, среагирует мгновенно. Мы условились, что ждут прямо в подъезде. Работаем по кодовому слову «щука». Это сигнал, что действовать нужно немедленно. Так, ну что, тянем? Мартини рулит? Слушай, я можно сюда поставлю сумку? Да, да, конечно, ей удобно. Слушай, ты лед будешь? Давай чуть-чуть, потому что жарко. Теперь нужно срочно расставить еще скрытые камеры. Они у меня в кармане юбки. Можно я тут так экскурсию себе сама проведу? Да, дивись, Амана, вон там всякие причуды есть. Вот то мне на свадьбе букет невесты упал с надеждой, что я... Так, ну ты наливай, наливай, я так подивлюсь. У тебя какая-то белочка прикольная. Да ты бабушка мне подарила, что я могу отказать старой женщине. Так, еще бы одну. Алину надо снова отвлечь. Ну что, ну тебя какая-то вообще очень прикольная. Снимай лед. Лед, так а что ты подожди, так наливай уже, я не знаю. Так я... уже? Так, за нас красивые, за них не видно. Быстро. Вот блин, уже и выпили, как же ее спровадить? Нет, давай еще, так доставай мороженка. Сейчас, я тебе вот кину назад. Вот, пока наковыряет, а оно уже приморозилось. Такой телек у тебя серьезный. Ой, телек серьезный, в кредит взяла, до сих пор плачу, потому что сейчас с темой бешеными кинами, ты же знаешь, по цене самолета. Ну все, теперь можно работать, а я могу внятно осмотреться. И вижу закрытую дверь. Ну, будем надеяться, что это только дверь. Кстати, Алина оказалась очень бойкой. Так и не поверишь, что такая не смогла на сайте разобраться. Совсем не тютя. Так, ну что, мы будем мериться, не? Мальчишки хорошие, конечно, мне за внимание передал. Нифига себе. Ну, это первый перерыв у меня большой. Если кто из них закусит, то я не одна. Что-то такая мартинка, что мне уже гадно. С
странно, но я реально стала быстро окосевать. И это после первого же бокала. Ну, допустим, пьем, чтобы сгладить неловкость первой встречи. Но почему таблетка не действует? Это впервые. Так, а что ты на этом сайте Ух ты, как меня вставляешь. Что же это за мартини? Хочется какой жизни, типа... Ну, второй половинки, если что. Так, давай, за любовью, что девочками и мужчинами немає значення якого. А головне, що за любов. Как-то очень уж навязчиво Алина меня подпаивает. И это всего-то, чтобы сгладить неловкость первой встречи? И о шмотках пока молчит. Люд, почти я так певна, я тут добавлю. Смотри-ка, зуб стрельнул. Холодно-гостенько. Сейчас стоматолога позову. Так, вот, нет, я не могу понять. Шиворот... Не, ну раздевайся, да? Ой, что ж такое? Я не могу попасть. А что через ног я сейчас делаю? Пойдем. А странное опьянение усилилось. Может, от духоты, что ли? Шире как-то. А может, уж ломата чуть потеря, может, раздинься. Да куда ж там раздинься? На мне и так минимум одежды. Мини-стринги. Погнал, все мужики и женщины. Так, мне кажется, что мне уже хватит. Давай еще мы померяем. Сейчас мы все померяем. Раздевайся, пока снимай шортики. Меня начинает потихоньку сушить, а Алина, как знает, все время подливает. Так что я даже пью с жадностью. Да и эта закрытая дверь не дает расслабиться. Что там? Слушай, а может я там переоденусь? Вообще комната какого-то барахла, их не хозяин. И там вообще всю жизнь была закрыта. Такие чувства, что там, я не знаю, мертвые с косами стоят и тишина. А, ну закрыто так закрыто. Меня больше смущает то, что происходит здесь. Ой, а что ты сейчас через такое одеваешься? А там у меня фишка такая. Я журналы, знаешь, читаю с... А Алина-то нахраписта, без церемоний. Но что же ей от меня нужно? Так ты лишних оставшись, ты робишь. Так, и что это, случайная игра или то, что я подумала? А Дора, что сестра хочет? Главное, чтобы я ничего не хотела. Это что, намек? За шмотки она хочет совсем не деньги? А мне постепенно становится очень хорошо и весело. А вот это мне сестра передала. На самом деле, когда Алина сбросила халатик, мне стало не по себе. Но меня тут же увлекло чувство безудержной эйфории. Случайно? Шла по комнате и случайно упала лицом мне в губы? Надо ей сразу сказать. Ты шо, я не по этим делам. А Алина, типа, чтобы замять неловкость, сразу тычет мне мартини. Но главное, мне так странно хорошо, что я даже не сопротивляюсь. И ведь это меня еще спасает выпитая таблетка. Соображаю я неплохо, но ноги не держат. Хочется томно лежать. У меня водички. Водичка? Это водичка. Это водичка. А Алина, видимо, думает, что я вообще уже не соображаю. Но зачем ей это надо? Ну ничего, я подыграю. Водичка, сардон, то, что надо в нашем случае. Водичка? Тыча мне мартини. И я отмечаю, что мое состояние бурной эйфории перешло в томную расслабленность. Вот как будто приятно выдохлось. Слушай, мы так наштырило уже, я и не помню, когда. Не, ну просто дорогое мартини, оно крепкость у него есть своя. Так, надо срочно прийти в себя. Где у тебя туалет? Что ты с своим туалетом, боже мой? Ну а что, ты хочешь, чтобы я тебе тут вот это вот надзюрила чужого? На мне сейчас только микрофон в трусах и подслушка в ухе. Все камеры остались в комнате. Чтобы Алина чего не услышала, включаю воду. Вова меня странно штырит. Приготовьтесь. Да, открыла дверь, да. Так, прийти в себя не удалось, но зато группа уже на взводе, прямо у дверей, а двери открыты. Я готова, Мерин. А что ты уже тут так поспаливала? Давай. Поехали!
Либо вечеринка в разгаре, либо Алина не ради вещей меня сюда позвала. И что она постоянно смотрит в телефоне? Он явно в беззвучном режиме, но я-то все это время это замечала. Пока Алина думала, что я уже в дрова. Но я только делаю вид, что в дрова, хотя мне реально головокружительно. Слушай, я... Вот, а ровно перед этим она посмотрела в телефон, и вдруг массаж. И что же дальше? Алинка, ты шо? А ведь Алина пыталась снять шорты вместе с трусами. И ладно, что там микрофон, но что это за массаж? И что же было в телефоне? Я должна узнать. Да ладно, что ты их мала? Не-не-не. Слушай, а можно каблучки? Я там платьечко хочу. Платьечко? Тащи. Каблучки как каблучки. Спровадила. Но лежачее состояние меня прям скосило. Слабость неимоверная. Но у меня всего минута, не больше. По подслушке я давно знала, что команда уже у двери. Но ничего себе! Этого я вообще не ожидала. Пора действовать, иначе я просто отключусь. Ты чё, Кисенька, ты чё, спишь, чешо? Щука. Что за щука? Плохо тебе? Что? Скорую? Что случилось? Да, скорую. Кто на такие наступил? Что? Проверьте. Что проверить? Кто-то пишет смс-ки. Ось вона. Головна зачіпка. У цьому телефоні. Адже смс-ки непрості. Что там за смс были? Говори. Какие смс-ки? Вот эти смс-ки. Поверьте комнату, попробуйте. Давай, Жень, попробуй открыть комнату. Ты что ты лезешь? Это съемная квартира. Не лезь, я сама сейчас все открою. Вынесем к чертям дверь, открывай, кто там не был. Василь Дмитрович, не. А такого повороту не чекали навіть ми. Василь Дмитрович, не відкрийте, пожалуйста, мой дом разнесу. Что такое? Я просто сплю здесь, я отдыхаю. Можно отдыхать? Ну что вы хотите от меня? Ребята, я приехал с села, только не бейте меня по голове. СМС-ки выписали? Какие СМС-ки? А что нам мешали, скажите? Шо, вот что за фигня нам мешали? Вот слушайте, вот только не надо мне вешать ничего. Царь. Сейчас проверим. Да проверяйте, пожалуйста. Идет вызов? Да, да. Здесь. Слушайте, ищите. И вот теперь все пазлы почти сошлись. Инсценировать спящего дедушку дедушка догадался. Хотя он тут совсем не спал, судя по смс-кам. Сними лифчик, сними шорты, массаж. А вот телефон выбросить из окна не хватило духу. Либо просто не успел сообразить. Это не мой. Отправленные смс-ки. Шо, блин, телефон допотопный. Да, допотопный. Ваш это телефон? Не-не-не-не-не, упаси боже, у меня нет таких телефонов. А что вы так уверенно сказали, да, допотопные? Да, ребята, отсюда отправляли все смс-ки. Не знаю, не знаю. Зато все ответы точно знает Алина. А когда в комнате они оказались вдвоем, их легенды совсем разошлись, ибо были не готовы к нашему визиту. И стали валить друг на друга. Так это твой дедушка? Да. Я не дедушка. Я сказал, я не дедушка. Нет, я приехал. А кто ты? Я ты приехал? Откуда ты взялся? Да, приехал отдохнуть. Под страхом милиции Алина выложила всю аферу как на духу. Дедушка – это клиент, и в комнате он просто смотрел, благодаря хитрой двери, зеркальной. Того, кто за ней, не видно, зато ему видно все. Шевелишься? Да. Дайте я зайду. Хотя дальше отойди, знаешь. Я вообще ничего не вижу. Видишь, нет? Привет. А я вижу вас. А пошевелись. Вот рукой шевелюсь. Обалдеть, вообще не вижу. Вот в чем прикольно. Задача Алины – находить на сайтах девушек по вкусу клиента. Разные клиенты, разные девушки. Потом звать на якобы примерку, спаивать специальным препаратом, который оказался в кусочках льда. Сейчас, за этот идиот, кину назад. И который вызывает эйфорию, вялость, расслабленность и туманность. Слушай, мы это не штырило уже, я не помню. Для здоровья не опасно, по ощущениям, как очень сильное, но приятное опьянение. Зато жертва полностью теряет волю к сопротивлению. И с ней можно запросто играть по правилам того, кто сидит за зеркальной дверью. Ведь его прет именно подглядывание, вблизи, вживую, слыша голоса и стоны девочек.
И именно смс-ками клиент рулит игрой. Когда раздеть, когда поцеловать, когда снять трусы. Боюсь даже представить, что было бы после массажа. Но понимаю, что афера идеальна. Если бы не специальная таблетка, я бы превратилась просто в томный овощ. И делай со мной что хочешь. При этом раскусить аферу невозможно. Все девочки явно в итоге думали, что просто напились и спьяну пошалили с подружкой. С кем не бывает. Самые стойкие к препарату могли просто плюнуть и свалить, подумав, что это была неудачная попытка лесбиянки. И ни одна из них ни при каких раскладах не смогла бы заподозрить, что закрытая типа хозяйская дверь – это кинотеатр, в котором крутят эротический фильм о ней самой. Правда, билет дороговат. От 800 до 1500 гривен за 2 часа. Именно столько платили клиенты-подглядывальщики. И были в полном восторге, ведь смотрели живое кино и только по их сценарию.